Спасибо. Спасибочки. Привет, Архангел. Как твои дела? Hey, Кристиан. Hey, Ромалио. На работу пойдешь? Супер, а я уже скоро освобожусь. А что так поздно на работу-то? Отвратительно. Мало того, что меня тут все раздражало, еще и с подружкой поругалась. Денек так себе. Привет, Инфинити. Такое себе. На вторую смену с 2 до 10. Офигеть. Ну, хотя нет, с 2 до 10, в принципе, есть только не до 10 утра. Так тогда нормально. Спасибо. Только что-то это мне сейчас не очень-то настроение поднимает. Просто пиздец. Не день, а говнище. Конкретное. Спасибо, Сергей. Спасибо, Виталий, за эксклюзивочки. Почему? Я говорю, мало того, что меня очень мега сегодня раздражала работа и то, что я сюда пришла, так я еще поругалась с подружкой. Как-то так. Привет, привет, Инфинити. Твои как дела? О, привет, хуй с горы. До свидания. Да, я тоже. А зачем мне об этом писать, Инфинити? Hi, be happy. Thank you. Да, мое настроение тоже. Зачем ты мне еще об этом написал? Я очень рада. Чтобы, блядь, испоганить мне его еще больше. Спасибочки. Это выкинуть нахуй. Та-та-та. Следующий день лучше бы я, блядь, не приходила. Спасибо. Да все будет хорошо, конечно.
Лёша, добрый денёк. Короче, тут все уберу и съебусь нахер. Не буду сегодня ничего делать. Да что ты не стоишь-то? Как это так? Кто там шарится, блядь? Привет, Оля, спасибо, инфинити. Настроение, правда, вообще не такое. Здравствуйте, Джонни. Давай, не бананы, а какую-нибудь более интересную штучку давай. Сундучки, я вас верю. Бананы и мишки, какая жадина. О, смотри, собачку дал. Что, приключилось? Меня заебала эта работа, у меня отменилась тетенька, которая была записана. У меня, получается, была записана тетенька. Вот, на 15:30. И следом за ней была записана Оля. Тетенька мне написала, что она не сможет прийти. И типа Оля в 16:30 была записана и планировала прийти. Я ей написала, типа, Оль, давай сегодня отбой. Ну, я просто подумала, что я, блядь, безответственный массажист. Могу отменить свою лучшую подружку. Вот, на что она очень обиделась и сказала, что больше ко мне не будет ходить. Ну, по факту, типа, я не знаю, поругались мы или нет, но осадочек такой себе, блядь. Ну, я понимаю, что и с моей стороны, типа, блядь, не очень. Она хотела на массаж уже не первый раз попасть. А вот, а я тут такая, типа, давай, нет, это не сегодня. Не знаю. Могу согласиться, что я не права. Но я написала, что ну давай тогда в 15:30. После того, как сказала, что сегодня отбой. На что мне ответили, что ко мне больше не придут.